Здорово, с вами я, Рикон. Привет. Короче, есть еще один вопрос, вот такой вот. Что делать, если ты застрял в лифте и хочешь, блядь, срать? Это пиздец, конечно, вообще попал пацан, ну или девка, хер знает. Короче, тут есть пару вариантов. Есть первый. Это тупо стоять, насрать себе в штаны и тупо стоять, пока тебя не откроется этого ебаного лифта. И ты такой выскакиваешь, спасибо, и погнался домой менять трусы. Заебись вариант, думаю. Второй, ебать. Второй. Снять штаны, навалить в углу. В углу навалить. Лифта. В углу лифта навалить. Одеть штаны. И тебя такие открывают. И ты такой выскакиваешь, бьешь вибососин спасатель. Ебать, блядь. Ебать, блядь. И съебаешься домой менять. Потирать жопу, потому что у тебя не было чем потереть жопу в лифте, ебать. Есть третий вариант. Вылезти в шахту верхом лифта. Навалить на лифт. Спуститься в лифт. Закрыть шахту. И сидеть ждать, пока тебя спасут. Заебись. Подписочка, лайк, спасибо за просмотр, ты красавчик или красавица, подписывайся, спасибо за просмотр, пока.